Ту-ту-ту-ту-ту. Так, а... Ты все занес? Нет. Заноси всех, мне надо будет выбрать ни одного. А, ну ладно. Нам нужно выбрать одного на Новый год оставить, такого красивого. Либо здорового, но он такой не очень, вот он. Либо берем поменьше, но красивого. Мне он не нравится. Ну да. Ну слишком такой, он слишком огромный. Вот он, я красивый. Я бы два оставила. Нет, вон тот, наверное. А вот этот? Нет, нет, не очень. Вот этот меньше. Угу. Вот этот? Да. Ну, ну смотри, он такой не маленький, да, такой хороший. Угу. Да, в принципе. А вот этот, он какой-то огромный, он если он огромный, такой... чересчур большой. Чересчур. Ой, он такой еще чересчур. Или мы его возьмем, он такой прикольный. Нет, нет, не давай вон того. Да, того? Угу. Ну, это вообще, ого! Мы, по-моему, даже его не взвешивали. Вот это, да, возьмем? Вот это, ага. Гуси. Так, надо мне его туда на что-нибудь такое. Может, его сразу в пленку и это. Давай, у тебя руки чистые, давай пленку. Он, да? Угу. Точно он? Это вот как раз таки, которого покалечили. А, это которого я, что ли, да, это? Да, вот видишь, вот у него лапа была и вот здесь крыло. Ну, синяки остались. А, подожди, а что тогда такого синюшного мы выбрали? Ну, по крайней мере, это нормальный. Да? Ну, давай. Да. В принципе, сейчас его можно в пленку сразу в духовку. Мама говорит, знаешь, он сколько гусь стоит? У них? 500 рублей килограмм. Ого. Может, еще? Не, все. Мне кажется, в ненадежно, нет? Нормально? Нормально. Пленки нет больше. Чашку-то оставьте. С кухни ее сюда прикатили. Нэнси, правильно. Вот наглый, а. Пилотик. Ах ты, хулиган. Не могу. Нэнси, кушай, кушай, девочка, кушай. Пилотик. Ах ты. Смотри, Рушан, что он делает. Ну-ка. Пилотик. Так. Ну-ка, нельзя. Что это такое? Так хорошо ели всегда тут на тебе. Не подпускай его к ней, пусть ест она. Не подходи к ней, это вообще ее чашка. Не делиться, блин. Деловой. Ай, Нэнси, кушай, кушай. Он тебя обслюняет его, что ли, все? Ну да. Хулиган. Вот эти вот полотенчики с любимого Василька. Они меня так обручают. Потому что они такие это, большие, не маленькие. А сейчас есть такие? Да, полно а их там. Еще побольше заказать. Они реально вот нужны, особенно вот когда вы... мясо вот так да, покрывать. Особенно когда мы разбираем свинину, ну свинью, амур, да, щипаем. Так бац, положил, накрыл, накрыл. А то мы когда это свинью разбирали, тоже было очень удобно. Вот следующая свинина у нас летом будет. Нам таких полотенец, наверное, штук 4-5 надо. Потому что мухи будут, да? Да, накрывать надо будет. Ой, летом вообще неудобно ничего это.
да, а смысл будет ее держать это больше времени. Так, сегодня мы будем делать тушенку. Тушенку будем делать, и мы крышки обязательно кипятили. Тут раз мы тоже крышки кипятили. Прокипятить крышки и банки мы не стерилизуем. Сколько я раз делала тушенку, вот в том году делала тушенку, не кипятила я, не стерилизовала я банки. Банки не стерилизую. И влогов много посмотрела, что банки не стерилизуют. Не надо их стерилизовать, это лишнее время. Так, это ты себя сделала? Да, конечно, я собрала банки. Угу. Так, мне нужна новенькая чистенькая губка. Тебе удобно, что они так стоят? Вот сюда поставь, и все. Я сейчас поставлю, да? Да. Вот так поудобнее. Да, вот и все. А тут все. Да, я просто поправила. Угу. Вот. Так, ну поехали. Шкурку сразу можно убирать. Когда мою банки, крышки, я всегда беру чистую новую губку. Либо тряпку, в этом случае у меня сегодня губка будет. Так, сколько сразу помыть? А ты почитай, сколько банок, и все. Ты говоришь, ты никогда не угадаешь, сколько будет банок тушенки. Крышек-то, видишь, этот банок, если не хватит, допустим, банку-то помыла, а крышку потом не будешь одну стерилизовать, поэтому делай больше. А это сколько у нас получается на тушенку гусей? 2, 4, 5 гусей? 5 гусей. Четверых мы оставили. Надо вот только придумать, да, домик какой-то. Потому что они уже это вот-вот начнут нестись. Где Нэнси? А, моется. У нее банная процедура. А, она все моется. Вот ты, кстати, заметила, у нас любительница помыться? А, это же кошка, ты что? Нет, что-то чересчур она прям любит помыться. Я ну, знаешь, тоже мела дело. Я думаю, если бы тебя так и обслюнявил, ты бы тоже мылась бы сейчас. Пилотик, куда пошел? Нельзя туда ходить. Нельзя. Понял? Пошел, да? Нет, сидит. Вот и правильно, сиди. Не трожь ее. Тоже мне друг. А что это у меня здесь кастрюля стоит? Да. Вот это. Кстати, это все, это тебе кастрюля, ты говоришь, да? Я же крышки буду кипятить. Ну ты вообще. Я забыла. Кстати, соль была нормально, да? Это у меня 700 граммовые были банки. А эти, интересно, сколько граммовые? Ну, наверное, пол-литра будет. Это пол-литровые? Я думаю, да. Ну, посмотри, там... Где-то 450. Там я ложила чайную ложку соли с горкой. Тогда мне надо будет ложить без горки. Потому что прям вообще идеально. Ну, короче, как-то это... Позапрошлом году, что ли, я не знаю, это, купили на Новый год.
Вот, и... Кого купили? Индюка. И у нас, короче, этого... Ну, еще как бы мы только-только начинали, и у нас ни посуды, ничего. И как бы как таковой посуды, где я мог бы индюка это окунуть, там хорошенько искупать, не было. И, короче, я его перегрел немножко. И в итоге что? Снимал всю кожу с индюка. Ну, у нас на шашлык он был, поэтому нормально. Так, теперь надо поставить, наверное, я вот сюда подальше поставлю. Теперь я буду баночки мыть, промывать. Это у нас идет. Как там не пишется? 072. Да? Ну, посмотри. 072. Ну да. 07, значит. Значит, такие же, да. Вот эта банка. Тут у нас нету, да, тех? Нет. Сейчас я хочу проверить. Не трогай ее. Вот. Это же она, да? Нет, это под... А, ну, в принципе, она. Ну да, в зале они все такие. Так. Ну да, даже больше. Ну да, это 0,7, а там 0,72. Ну, хорошо, отлично. Нельзя пилотик. Хороший, да, подкинулся? Угу. Сейчас я банки мою, постоянно включаю, выключаю, колонка на вот тут. Это плохо, да, плохо, тебе колонка? Конечно. Лучше пусть вода, да, Миша? Да.
горшку. Столько же соли, чайная ложечка с горкой, лавровый листик. Куда полез? Так. Черный перец горошком. Примерно вот 3 штучки я добавляю. Добавляю по одному. Там про автоклав писали, что типа мы неправильно делали, инструкцию не читали. Как не читали? Я инструкцию раза 2-3 прочитал. Да, я даже видео показывала, как ее даже навела на тебя, думаю, чтобы ты не говорил, что инструкцию не читаешь. Тут ты читаешь инструкцию. Посмотрите, какое мяско. Там прям в инструкции написано добавить литр воды. Потому что автоклав паровой идет. Эти головки. Так. А по поводу колец, там тоже написали, что кольца надо было одевать. А там единственное, что в инструкции написано, что возможно приобрести второе фальш-дно, который приобретается отдельно у этого производителя. Вот. Про никакие кольца и тому подобное там слова не было. Может, у нас же как не водяная же идет? У нас паровая, паровая, возможно. Может быть. Я как бы этот видел, я не скажу, не говорю, что этих колец не бывает. Я видел, как используют в автоклавах именно такие кольца зажимные. Но есть один момент, то что, насколько я видел, вот там автоклав, именно был он водяной, там получается устанавливались банки и заливались поверх, получается, водой заливалось, ну, грубо, поверх банок. А у нас добавляется всего литр. Да, у нас литр добавляется воды. Поэтому нет, там что-то с крышками, мне кажется, не то. Либо крышки бракованные, я не знаю. Что-то с крышками, короче, проблемка была. И написано у нас, по нашей инструкции, что полную банку не забиваем. Да. О, смотри, какая красивая тушёночка будет. Смотрите, какая баночка. Офигенная. Красота. Сейчас заключу мою. Да нет, я сейчас добью сперва. Люблю, когда сильно крупная. А где у нас жирок? Нету? Нет, нет. Это вкусно. Сильно будет жирно, не хочу. Ну, будет, да, он сам по себе это. Я понимаю, что так будет сочнее, когда мясо крупнее. Ну, вот эти, на самом деле, вот эти, это полезные жиры. Ну, да. Его слишком уже будет много, этого жира, потом... Есть будет невозможно. Я, конечно, из гуся первый раз готовлю тушенку. Ну, посмотрим. Просто переживаю, что потом будет слишком жирно. Да, если окажется жирно, mm-hmm. будет неприятно. Да, это с одной стороны, а с другой стороны, мы особо жирное не любим. Есть вот, любят люди, допустим, жирное, мы не особо хорошо переносим. Особенно я. Mm-hmm. У меня потом начинает это полдня ходить, да, тошнить вот этим. Вот такой вот еще хороший кусочек. Я бы говорю, я так бы, если бы взять, я бы немножко бы это... Если бы знал бы, я бы немного на диету их посадил бы.
Да? Да, ну слишком, слишком много жира, особенно вот на спине там просто вот такой слой жира. Просто надо было почаще их выводить пастись. Но мы и так часто их выводили пастись. Но это у нас негде. У нас нету здесь прям такого места, что это надо постоянно следить за ними, возле них находиться. Угу. Что мы и делали, в принципе. Но мы же не можем целый день. Очень много отнимает. Да, мы же не можем целый день с гусями тут проводить время. А еще такой момент, то что я же как мелю, когда вот это зерно все. Я прям туда в дробилку добавляю, получается, это рыбокосную муку. И вот, видимо, поэтому как бы высокое содержание белка, именно вот жиров. Какое мясо прям. Вот тебе дало результат. Кстати, вот этих, которые сейчас на племя мы оставили, ну, чтобы они там сели, надо будет на диету сажать. Потому что это яйцо жирное будет, потом яйцо жирное будет, и это... Ну, Кантима тоже сказала, что на диету посадили. Не будет выводиться. Так что сейчас будем раз в день кормить и больше стараться. Все надавать надо будет. Угу. Надо придумать такую штуку, поставить, чтобы все на ней ели. Угу. Вот так думаешь, да, кормишь, думаешь, а, посытнее, посытнее. А не тут-то было, тут, оказывается, да. Все везде продумано. Вот мы тоже это няшку перекормили, и чересчур она жирная была. Пока, как говорится, в этой не пройдешь эту школу, не поймешь. Да, еще банки не надо. Вот здесь это нам тушенка 3 баночки, не сильно, ну поменьше жира, что было. Можно сказать, там его даже практически и нет. Жира. Ой, ты проверь сразу все крышечки. И здесь тоже я где-то закручивала, посмотри. И вот у меня остаток, баночка оставалась. Здесь вот остаток. Я не знаю, сколько здесь, наверное, упадет прям наполовину. Ну, ничего не поделаешь. Не выбрасывать же мясо. Капулечку. Все, хорошо будет составлять. Вот, кстати, здесь получается вот это фальш дно. Если наливаешь литр воды, она как раз вровень идет с фальшдном вот с этим. Еще раз проверяешь? Нет, я посмотрю, там немножко свободно должно быть. Вот так. Кстати, ссылочку оставим, где приобретали автоклав. Где мы его заказывали. Так. Все? Угу. Поставить так, чтобы вот так. Да не переживай, не переживай. Что будет, то будет уже. Ну и ладно. Не получится. Будут. Не получится уже обратно в ларь. Так. Что, тебе бутылку дать, да? Угу. Нужна бутылка. Там сказали, чтобы вот этот вот пар так сильно не выходил. Угу. Он же с бутылки, да, выходит? Ну, это вот отсюда выходит, да. Да, и это воды надо в бутылку налить. Как ты думаешь? Буль-буль-буль-буль-буль-буль. Ну, буль-буль-буль лучше, чем пар здесь. Ну, давай попробуем. Ну все, тушенка наша готова. Только что я ее выключила. Температура начинает потихонечку падать. Все, откроем ее уже завтра, так как у нас на дворе уже вечер.
Как раз она за ночь остынет. И уже откроем. Кстати, спасибо большое за подсказочку по поводу воды в бутылке. У нас утро следующего дня. Сейчас будем открывать, смотреть. Ну, по крайней мере, что я слышала первый раз. Эти звуки я уже не слышала в этот раз. Так, барабанный рэп. Давай. Банки на месте. Банки-то и тогда были на месте. Закрыты ли эти банки? Закрыты. Все. Класс. Смотри, сколько жира, да? Угу. Это, знаешь, это в той тушенке, где еще... Это, которую я специально для тебя делала. Смотри. Тушенку. Вот видишь, что ты говорил и как переживал, что будет мало жира. Предостаточно. Здесь вообще, смотри. Ой, ё-моё. Жир расплавился. Стопился. Здесь. Обалдеть. Красота, да? Угу, красивая. Все, все целенькие. Все целые. Ну, почти. Не закрыта была? Угу. Ну-ка, вот эту закрывай. Я же говорила, надо хорошо затягивать. А там написано, что это затянуто. А если когда крышку трогаешь, ее чувствуется. Да, тут сразу отставлю на всякий случай. Ты только если не закрыта, ты мне говори. Ну, я буду говорить. Я лучше потом ее открою и в морозилку. Обалдеть, покажи, сколько жира. Полбанки, блин, пипец. Поэтому в следующий раз я буду по максимуму убирать жир. Все. Все, все нормально? Все супер, да. Только вот это мне не нравится что-то. Ну ладно, эту я в сторонку уберу, потом буду смотреть. Просто в холодильник можно в первую очередь ее съесть. Угу. Просто она жирная, ты же не ешь жирное. Ну, я имею в виду это, а гостям съесть. Вот такая получилась тушенка. Это гусь. Я подпишу здесь сверху, что это гусь. Капец, вот так вот. Видите, реально полбанки жира. А мясо вон прям под самую крышку. Смотри, мясо, главное, под самую крышку забито. Угу. Видел? Да. Вон оно. Жирный, жирный гусь. Да. Поэтому надо будет потом по максимуму в следующий раз жир убирать. Вот видишь, вот в этих вот банках я по максимуму убирала жир. И то сколько жира, да? И то вон что плавает, ага, сверху. Ну, без жирка, конечно, это не тушенка. Вот здесь самое нормальное. Угу. Ну, а там вот, я говорю, там чересчур. Ну, можно, знаете, как делать? Допустим, вот здесь много жира, открыл тушенку, жир собрал, на жиру можно что-то еще приготовить. Да, можно что-то приготовить отдельно, допустим. Там уже... А вот эта баночка вообще что-то... А, это последняя банка, маленькая, да, неполная, которая... Угу. Я тоже думал, что села сначала, просто... Да-да-да, она неполная была. Ну, нормально, все. Все нормально получилось.